Ремонтируйте или продавайте. Решить банный вопрос губернатор поручил администрации Василеостровского района. Баня на Гаванской, построенная больше века назад, осенью 2013-го, закрылись на ремонт. Однако за два года он так и не начался. Собственник у «Атлантис», да, это как бы наглядно абсолютно видно по зданию, не только как бы не выполнил свои обязательства, да, как собственника, но и просто привел здание, привел его к разрушению. В банях на Гаванской было 4 отделения. На Васильевском острове есть еще одна баня на 17-й линии, но она с возросшей нагрузкой не справляется. По Гаванской улице, по Почининой. Очень много домов, без удобств. И вот люди пожилые рассказывают, как они моются на 17-й линии в бане. Трудно там, да. Народу очень много. На банную ситуацию отреагировал Георгий Полтавченко. Он поручил районной администрации более детально обсудить с собственником вопрос реконструкции. Губернатор также допустил возможность выкупа здания за бюджетные деньги, но когда это произойдет, не уточнил. Согласится ли собственник, тоже вопрос открытый. А пока идут переговоры, жители продолжают ездить в и без того переполненную баню через полрайона.